Сегодня на российском инвестиционном форуме в Сочи глава Анапы Юрий Поляков, вице-губернатор Кубани Андрей Коробко и исполнительный директор Абрау Дюрсо Юлия Пархоменко подписали трехстороннее соглашение по развитию виноградарства на территории города-курорта. Проект предусматривает закладку новых виноградников на землях площадью 780 гектаров. В результате его реализации валовый сбор составит до 11 тысяч тонн в год, а сумма инвестиций превысит 1 миллиард рублей. В рамках этого проекта предполагается создание свыше 100 рабочих мест. Также было подписано соглашение по строительству в Анапе нового автовокзального комплекса. Его реализация предполагает 3 этапа. На первом будет построено само здание автовокзала, на втором – комнаты отдыха для водителей, а на третьем – гостиница для транзитных пассажиров. Общая стоимость проекта – 130 миллионов рублей. Срок реализации – до 2020 года. Накануне в военном инновационном технополисе «Эра» с официальным визитом побывал вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Он провел совещание об организации взаимодействия вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Министерством обороны России при выполнении исследований и разработок на базе технополиса «Эра». О новых проектах и инновациях наш корреспондент Руслан Душевский.